активны, что своим примером показываете пример своим друзьям, знакомым, что заниматься спортом – это здорово. Потому что спорт учит вас самым важным качествам, которые пригодятся вам в дальнейшем во взрослой жизни. Это, безусловно, выносливости, терпению, достижению поставленных целей, дисциплине. Все эти качества пригодятся во взрослой жизни. Вы, ребята, молодцы. Я уверена, что Федерация Мурманской области сделала и Центр спортивной подготовки, и сделала все, чтобы первые соревнования прошли на высоком организационном уровне. Ну и еще немножко забегая вперед, мы пообщались с президентом, общались с Федерацией Александром Ивановичем. Он дал высокую оценку уже организации этих соревнований и предложил провести на следующий год Кубок губернатора Мурманской области открытым. Это значит, что к нам приедут спортсмены из других регионов. И я уверена, что наши спортсмены составят достойную конкуренцию спортсменам из других регионов. Ну а сегодня у нас уникальная возможность быть первыми в истории развития КСРК. У нас появятся первые победители и призеры Кубка губернатора Мурманской области. Удачи вам, ребята! Все, спасибо. Ребята, мы все воскресли здесь, на нашей российской земле, мы все с вами должны быть патриотами. Я обязан быть патриотами, потому что то, что
жизнь, которая возникла у вас характер, стремление и та заслуга. Слово предоставляется региональному представителю Федерации Мужчинской Московской Кривалеву Анатолию Викторовичу. Ос! Друзья, спортсмены, зрители, судьи, открываем наше первое соревнование кубок губернатора Мурманской области. Соревнование считается открытым. Ос! Ос! От коллег Бозни абсолютно истинный. На этом...